Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. В Кирове за неуплату налогов осудили директора Волговятского механического завода Алексея Шихова. 35-летний руководитель предприятия уклонился на 22 миллиона рублей. В налоговую он предоставлял недостоверные декларации. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Суд назначил наказание Шихову в виде штрафа в 400 тысяч рублей, но впоследствии амнистировал его. Впрочем, иск налоговой на сумму более 22 миллионов рублей суд удовлетворил. Также суд сохранил арест на имущество Шихова на сумму более 7 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу. В поселке Оричи на улице Молодой Гвардии загорелся жилой брусковый дом. В итоге сгорела крыша, обгорели потолок и стены. Сейчас причина пожара устанавливается, жильцов временно расселили. В Котельническом районе в деревне Наймушины вспыхнул частный гараж с пристроем. Спасти пристрой не удалось, он сгорел полностью. Стены гаража обгорели изнутри по всей площади. В поселке Свеча местные жители пожаловались на сотрудников ЖКХ, которые почистили канал для воды и все нечистоты вывалили на огород одной из жительниц. По словам пострадавшей, мусором завалили клубнику, многолетние растения и культурное насаждение. Также от кучи сходит неприятный запах. Сейчас пострадавшая готовит заявление в прокуратуру. Михаил Вагин, место происшествия. Спонсор программы «Место происшествия» – сеть магазинов «Лидерспорт». Ну что, устроим покатушки? В «Лидерспорте» есть ватрушки, и саночки, и снегокат. И ценам нашим будешь рад. «Лидерспорт» – твоя веселая зима.